Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Федерико Бенкович, художник позднего барокко из Далмации, работавший в Италии, наиболее известен как Федерико Бенкович или Федериго. В современной Хорватии он известен как Федерико Бенкович или Далматино. Родился Федерико Бенкович в 1667 году, где-то в Венецианской Далмации. Его точное место рождения неизвестно, но это могло быть либо в Амише, Шибенике, на острове Брач, в Дубровнике, либо, возможно, в самой Венеции. Его первоначальное обучение, вероятно, проходило в Венеции, но позже Бенкович учился у Карла Чиньяни в Болонье, помогая ему в 1706 году завершить фрески Успения Богородицы на куполе собора Форли. Его первая самостоятельная работа «Юнона на облаках» была написана в 1705 году. Похоже, он также работал в студии Джузеппе Марии Креспи. Я зачитываю Википедию. В 1710 году Бенкович написал алтарный образ святого Андрея на кресте, окруженный святым Варфоломеем, святым Карлоусом Боромеи, святой Люсией и святой Аполлонией для церкви Мадонна дель Пьомбо в Болоне, позже переданной приходской церкви Сен-Анчес близ Шартра во Франции. В 1715 году он поступил на службу к архиепископу Кюрфюсту Майну Латару Францу фон Шенборну. Должен был завершить 4 больших шедевра на холсте для галереи в замке Вассенштайн в городе Померсфельден: Аполлоны Марсия, Агарь и Измаил в пустыне, жертвоприношение Ифигении и жертвоприношение Исаака Авраам. Некоторое время жил в Милане. С 1716 по 1724 год работал в Вене, где сделался придворным живописцем бамбергского епископа Карла Фридриха. Последние годы провел в Горице. После своей смерти он постепенно канул в лету, и его картины были приписаны, среди прочего, Пьяцетти или Тиньяни. Скончался 8 июля 1753 года в Горице. Картины художника сохраняются в Болонье, Милане, Вене, а также и в Далмации. С некоторых своих картин художник сам изготавливал гравюры на медь. Творчество художника оказало влияние на Джованни Батисту Тьеполо, Пиццетту, Батисту, Питони и других художников. Так, вкратце из Википедии о художнике позднего барокко из Далмации Федерико Бенкович. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.